Машины не перестают гореть. Очередное такое происшествие произошло на трассе возле села Латышовка в Кадошкинском районе 19 апреля. Полыхал УАЗ-37-419 1997 года выпуска. В пожарно-спасательную службу звонок поступил в 16 часов 7 минут. На место выехали подразделения пожарно-спасательной части номер 28. Возникшее горение было ликвидировано. Автомашина получила значительные термические повреждения. Травмированных и погибших на месте пожара нет. В настоящее время по данному факту проводится проверка, рассматривается версия о возникновении горения в результате тепловых проявлений аварийного режима работы электроцепи автомашины. Ночью в Саранске в частном секторе на улице Ушакова загорелась баня. Учитывая, что пожар произошел около половины третьего ночи, огонь охватил всю площадь строения и создавал угрозу перехода на стоящий рядом трехэтажный жилой дом. Пожарным удалось этого не допустить. Огонь был ликвидирован на площади в 70 квадратных метров в пределах одного строения. Анастасия Семушева, программа «Происшествия».